Здорово, банда! С вами Варчик. И я хочу в этом видео рассказать, что же вчера произошло на стриме. И вообще, что за ситуёвина такая? Где наши танчики? А вчера на стриме, очередной раз пытаясь воевать против рандома, против нечисти этой всей, противостоять в одиночку против всех этих невзгод рандомных, очередной раз придумал я себе поиграть на легких танках, чтоб хоть как-то разнообразить свою игру и хоть что-то интересное в игре по геймплею получать. Ну и что я получил интересного по геймплею? На карте Прохоровка я поехал, стал в куст на аллее, чтобы светить союзникам. Что сделали мои союзники? Они меня убили. А что они еще могли сделать? Конечно, они меня убили, это же логично. Я же на легком танке еду светить. Игра картошка нифига не командная. Поэтому такие вот дела, ребят. На фоне вы видите... Так, сыграл чисто одну катку в PlayerUnknown's Battlegrounds, лишь бы на фоне что-то брынькало. После этого боя на Прохоровке я, короче, нажимаю Alt F4 и нажимаю удалить игру. Удаляю игру, после чего на стриме вы видели, как мне появился опрос, почему я удалил игру. В этом опросе я выбрал такие пункты. Игра отнимает слишком много времени, разочаровался, не нравятся последние изменения в игре, недоволен уровнем мастерства других игроков. Ну и выбрал еще от себя, написал кучу писанины, нецензурно, с кучей матов, написал все, что думаю про игру, поскольку игра просто уже задолбала. Никаких изменений, которые просят игроки, игра вообще не предоставила. Ни скрыть ник свой нельзя, ни статистику свою скрыть нельзя, ни урон по союзникам не убрали. Арта очень раздражает, карты, новых карт нет, старые карты дисбалансные, играть на них неинтересно, скучно, разнообразия в боях нету, бои по пару минут, насыщенности никакой нету, не наигрываешься, бои просто пустые, бездушные и просто тупорылые. Без дисбаланс техники, тупо все на голде, если не на голде, то ты никто. И в принципе вот такая вот суть всей игры и по сути все. Никаких новых режимов в игре нет и старый режим сдох. Поэтому в игре World of Dance игры как таковой нет вообще. Поэтому я ее удалил нахер и поэтому ответил на этот вот опросник Картошкин, почему я ее удалил. И написал там, почему я ее удалил. Пусть читают. Правильно я сделал? Нет, неправильно. Написал кучу всякой некрасивой фигни. Правильно ли сделали разрабы? Нет, неправильно. Они не прислушиваются вообще к своим игрокам. Они просто, если бы хотели, прислушались бы за 7 лет. А так, ну, мне, в принципе, вообще по херу. Игр очень много, помимо картошки. Установлю ли я картошку? Скорее всего установлю, но в рандом я уже играть особо желания у меня нет. Скорее всего установлю, чтобы играть в клане, в какие-нибудь клановые мероприятия. Все. Вот и вся суть этой картофельной картошки. Может быть во взводе с кем-нибудь покатать, поугарать, поржать. Играть в саму игру картоху у меня желания нет никакого. Вот такой вот мой подарок игре картошка. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.